В этом году Березовский район часто страдал от огня. 62 пожара и 7 погибших. Среди них трое на территории, подчиненной Песковскому сельскому совету. Именно поэтому сегодня профилактическая работа в этой местности – необходимость. И причина не только в цифрах. Как показало анкетирование местного населения, многие жители деревни Хрисово даже не знают правильный номер службы МЧС. Судя по итогам рейдовых мероприятий, этот факт далеко не единственный. Причины в этом, прежде всего, конечно, фактор человеческий, что люди не совсем осторожно, правильно относятся к собственной безопасности, не вовремя ремонтируют необходимые приборы и отопление, и энергообеспечение, и не всегда правильно пользуются огнем открытым. Там, например, сжигание костров и так далее. Провести профилактику чрезвычайных ситуаций, в основном для пожилых жителей деревни, сотрудники МЧС решили в наглядной форме и со звуковым сопровождением. Уважаемые граждане, дорожите своей жизнью, не проявляйте беспечности и небрежности. На входе людей встречали волонтеры, раздавая памятки на тему о предупреждении пожаров. Разъяснительные беседы с населением и ролики, демонстрирующие последствия людской безалаберности, заставили задуматься многих. Ведь, как правило, сожжение травы у дома для жителей деревни – дело обычное. Мало кто предполагает, что эта маленькая неосторожность может стать причиной большой беды. МЧС молодцы, выезжают, помогают. Даже как-то был случай один. Я тоже вызывал МЧС, так как по неизвестной причине загорелись травы. И ежели бы не МЧС, не миновать бы было беды. Повторение – мать учения. Фраза, которая уже не первый год применяется в профилактической кампании за безопасность вместе. Практика показывает, что встречи с трудовыми коллективами, сходы на территории сельских советов, показ предупреждающих фильмов – мощный стимулятор формированию населения, культуры безопасности и осторожного обращения с огнем. Мы постоянно на сходы граждан приглашаем работников МЧС. Они к нам приезжают, и сам начальник Березовского РЧС у нас частый гость, но все-таки вот такое мероприятие, когда люди видят, что и область заинтересована, то есть неравнодушные люди к тому, что происходит на территории области, района, республики, сельского совета. Я думаю, что это даст очень большой эффект. Виктория Драгобецкая, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БукТВ.